кричу. Всем привет, это я видел на жетон бутон буду выкладывать, а то я его совсем забросил. Это надо было обязательно сказать, да? Да, ну переживай тоже, как это так совсем не выкладывай на него видео. Тоже надо, надо. Я с творогом делаю блинчики. Вкуснецкие. Нежнейшие. Смотрю, Филе потихонечку идет и идет. А там у меня я поставила сковороду большую такую вот глубокую, натерла две морквы, нарезала мелко. Глянь, зах, что злится, чуть хвостом бить. Ну, глянь, у купечки ей тут не дают покоя, ходят, мешают ей. Мешают ей. Да, глянь, это как же тут пролезть? В кавычках. Сейчас я туда еще капусту, я уже добавила немного. Вот я отрезала вилка часть. Я туда еще капусту добавлю, пусть тушится. Хочу потушить капусту. С морковкой и луком. Сейчас нужно будет еще блюдов одновременно. Сейчас я так. Отойди завтра отсюда, давай, такая. И мёкла печки. Насмерть чуть замёрзла. Скотина какая-то, кошка. Тут я капусту потушу. С луком, морковкой. Сейчас я подсолю. Ты что, всё время смотришь? Нет. Я думаю, ты снимешь. Сейчас я подсолю. Так. И капельку добавлю в сахарочек. Совсем капельку. Прям буквально. Столовую ложку без веса. Капельку сахарку в капусту сейчас и пусть она тушится, короче. Это капуста для блинцов немножечко. Сейчас я с творогом сделаю. Вот такие вот. Ой, еще живот болит. Объелся, что ли? Да. Здесь сегодня еще это. Да я схожу, не переживай. Вода-то не перемерзла? Не вряд. Колонки работают? Да. Там ветерина поднялась, страсть могучая какой-то. Что-то ветер поднялся. Ладно, всем пока, наверное. Мам. Чувака. Ай. Да, я пальцы обрезу. Какие вкусные. Напишите мне в комментариях, какая я плохая девочка.